Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и мое сегодняшнее видео будет о покупках из магазина Fix Price. Немножко я пропала тут из поля зрения, в общем, у меня болела Ева, я немножко приболела, поэтому видео не выходили какое-то время, но сейчас буду исправляться и, конечно же, первым делом показываю вам покупочки из магазина Fix Price. Покупки я совершала в городе Челябинск на Чичерина 37Б. И давайте же с вами начнем. Купила я интересненькое, ну это уже все показывали в основном, но так как я прозевала, то буду показывать вам сейчас. Первое, что я хочу показать, это был вот такой вот цветной картон. Я взяла, потому что здесь очень прикольные единорожки нарисованы. Всегда пригодится и для садика, и для школы делать какие-то аппликации, поделки и так далее. Картон мелованный, здесь у нас 20 листов и 10 цветов. Вот он, картончик. Картон – это нужное дело. Вот желтый, оранжевый. Ну и, в общем, сейчас покажу быстренько. Черный, коричневый, фиолетовый, зеленый такой яркий. Еще темно-синий, голубой, красный, розовый, такой оранжевый, желтый, опять черный, опять фиолетовый, коричневый, зеленый, синий. В общем, повторяются. 10 цветов, 20 листов. Вот такой картон. 55 или 51 рубль, точно не помню. Списывала бонусы, поэтому по чеку даже не знаю. Наверное, 51 рубль он все-таки стоил. Дальше я купила вот такие вот, ну, мелкие, я бы сказала. Это пастель масляная, 16 штук. Масляная пастель отличается мягкостью, интенсивностью, яркостью цвета, легко ложится на различные фактуры, бумаги, картоны, дерево, керамики. Я вот 5 цветов тут порисовала, чтобы вам показать. Ну, я не скажу, что слишком уж сильно гладко ложится, возможно, из-за того, что лист такой немножко как бы скользкий, она скользила по листочку. Ну, в принципе, неплохо. Вот они все цвета прорисованы на коробочке, цена 55 рублей. Ну, знаете, за 55 рублей я считаю, за 55, да, рублей, я считаю, что, в принципе, нормально, повторяюсь. Вот так выглядят, ой, выпали, сейчас, секундочку. Вот так выглядят эти мелочки, пастель. Ну, по мне, так это обычные восковые мелки. Ну, вот так вот смотрится. Посмотрим, будем рисовать, красить. В хозяйстве все пригодится, как я всегда говорю. 55 рублей. Следующее, что я купила, это были две книжки, школьный словарик по 55 рублей. Цена прилеплена, можно отклеить. Я взяла словарь трудностей русского языка. Еве пригодится и мне пригодится. Буду вместе с ней учиться, а то я уже много что не помню. И вот, например, по каждой букве алфавита здесь идет, как правильно ставить ударение, слова какие. Здесь есть у нас сдача, сентябрь, сервер, ну и, в общем, все такое прочее, как произносить силуэт. В общем, вы меня поняли, по каждой букве алфавита повторяюсь. И взяла правила по русскому языку. Синичка, ночь, нож, ну вот как общение, вот это обобщение части речи, тут идут имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие и т.д. и т.п. Союз, в общем, буду вспоминать вместе с Евой, потому что я, если честно, вообще этих правил уже не помню. Не скрываю этого. Далее, что я купила, это были два вот этих лизуна, скользуна или кто они там. Вообще, это идет розыгрыш. Я вот показываю еще раз, чтобы мне потом не писали, что я это от себя придумала. Розыгрыш. Пластичная масса. Продается он действительно в отделе, вот где праздничная продукция всякая продается, сувениры, там всякие хлопушки, фигушки, скатерти, стаканчики и так далее. Цена 55 рублей. Я, кстати, кое-как его раскупорила, даже до конца закрывать не стала. В виде этой макаруны, макароны сделано. Можно даже вставить ниточку и будет как брелочек. Вот верхнее мы снимаем, здесь такой светло-зеленый цвет, красиво очень. Кстати, вот эта штука прикольная, мне нравится. Я не буду сильно жмякать, чтобы Ева пришла и играла. В прошлые разы я покупала, помните, с этим, с бусинками внутри были, но они и до сих пор там есть. Вот здесь, значит, такой цвет светленький. А, блин, вот сейчас я опять не открою, потому что
очень вот так вот закупорено, зашпандорено, что фиг два откроешь. И вот такой цвет красивый. Вот камера, конечно, вообще мне совсем по-другому передает. Я не знаю, почему так настолько отличается цвет от того, что я держу в руках, очень. Напоминает мне цвет зеленки, камера намного бледнее это все показывает. Вот, ну, посмотрим. Возможно, мне надо как-то настроечки поменять. Вот такой цвет зеленки. Пахнет очень приятно, мне кажется, каким-то лимончиком, что-то такое, в общем. И второй лизун, розыгрыш, пластичная масса. Это вот так в форме сердечка, 55 рублей тоже. Ну, здесь уже все открывается просто и вот так выглядит. Я не буду вытаскивать, не буду ничего смешивать, пусть Ева это все сама делает. Тоже мягонько все. Запах точно такой же, как и у того. Вот сейчас в фикс-прайсе много чего еще говорят. Сквиши появились, но у нас я не видела. Либо их разобрали, либо я не успела купить. Ну, а я, в общем, взяла два штуки вот таких вот розыгрыша. Следующее, что я купила, это были ручки. Про ручки мне многие мои подписчики писали. Спасибо большое. И мне удалось купить эти ручки, поэтому я показываю. Первые ручки, которые я взяла, это были вот такие, я не знаю, какие-то цыплята, наверное, скорее всего. 55 рублей они стоят, вот такие прикольные, смотрите, цыпулечки. Вот так вот открывается, вот так вот выглядит стержень, вот так, вот так, вот так, вот так. Слово паразиты. И здесь интересно в том, что идут синие чернила и красные чернила. То есть подписано, где какие чернила. Я порисовала вот этими двумя ручками. Вот так они пишут. Довольно неплохо, очень хорошо даже, мне понравилось. 55 рублей, да, я сказала. Затем я взяла с кактусами. 55 рублей они тоже стоят. Здесь у нас идут синие чернила и зеленые чернила. Мне писали, что вот я же говорила, что я люблю кактусы и так далее. Вот что есть ручки с кактусами. И вот мне удалось их купить. Затем я взяла вот такие ручки с пончиками. Они есть на AliExpress. На самом деле. Даже по цене, возможно, подороже стоит, ну, если даже дешевле, то с AliExpress очень долго ждать. Здесь пошел и купил. Зеленые чернила, оранжевые чернила, вот такие яркие пончики прикольные. Донаты, как их еще называют. Затем арбузики, желтый арбузик и красный арбузик. Чернила синие и красные. Вот так эти ручки выглядят с веселыми мордочками. И еще одни донаты пончики, только уже цвета коричневого и цвета розового. Здесь синие чернила и розовые чернила. Я, по-моему, взяла все виды, которые были у нас в наличии. Не знаю, может быть, что-то еще есть, но вот я купила то, что купила. И, конечно же, я купила блокноты. Как Яна уйдет без блокнотов, Яна будет не Яна. Скоро буду снимать свою коллекцию блокнотов. Да-да. Я купила вот такую тетрадь еще. Перед тем, как покажу блокноты, мне так понравился рисунок. Вот эта белка с шишками, мне это напомнило что-то из моего детства. Вот открытки, помните, вот эти 80-х годов открытки красивые, рисованные были. И вот мне эта тетрадь что-то напомнила. А цена у нее, по-моему, 25-50 или 17 рублей. Здесь у нас идет 48 листов. Листы обычные в клетку, с полями, ничего необычного, все как и должно быть у обычной простой тетради. Ну и, конечно же, блокноты. Про блокнотики мне тоже многие писали, спасибо большое. Я взяла не все виды, а только 1, 2, 3, 6 штук. Цена 77 рублей, все-таки приляпали. Это у нас идет позитивный блокнот, очаровательные кактусы, блокнот формата А5, 80 листов. Я, конечно, наверное, не буду все страницы показывать, потому что это будет надолго, но примерно что тут есть, покажу. Сейчас так увлекусь, что покажу все страницы. Этот блокнот принадлежит замечательному человеку. В случае утраты свяжитесь со мной. Знаешь, чем отличается мечта от реальности? Всего одной буквой. Желай, делай. Будь счастлив здесь и сейчас. Цени то, что есть. Есть также просто белые листы, в которых вы можете что-то писать без каких-либо надписей. Пойди против системы, составь список покупок и возьми в магазине только то, что запланировано. О, это очень сложно. Это лужайка под дом твоей мечты. Нарисуй, как он выглядит. Напиши 10 фраз, мотивирующих фраз.
неправильно прочитала. Нарисуй то, о чем ты больше всего мечтаешь. Нет предела совершенству. Улучши знаменитую картину. Время приключений. Для того, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник. Счастье – это. Даже с лапками можно многого добиться. Обуздай свой самый большой страх. Запиши свой страх, и он уйдет. Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет. И т.д. и т.п. Черная полоса бывает взлетной. Много ли человеку нужно для счастья? Вот, вот такой вот позитивный блокнотик. Пью кофе, чтобы наконец взбодриться и начать что-то делать. В общем, много-много интересностей здесь написано. Буду заполнять с большим удовольствием. Потому что здесь еще и кактусы нарисованы. Очень то, что я люблю. Возьму ручку с кактусом и начну заполнять блокнот с кактусом. Следующий блокнот, который я купила, это был вот такой замечательный ежик на фоне арбуза. И также с арбузом в руках, в очках. Ну, ценник можно, хорошо, что можно оторвать. Ежик с арбузом, так и называется. Здесь по содержанию, по-моему, что-то подобное, но не одинаковое с предыдущим. Это твоя мотивационная доска. Перекрепи сюда все, о чем ты мечтаешь. Стремись к мечте. Помни близких. Записывай сюда памятные даты. Дорисуй самого милого в мире лиса. Сделай самому себе 10 комплиментов. Вот это то же самое, что и в предыдущем блокноте. Не жди чуда, чудите сами. У каждого дня свое чудо. Обнимашечное настроение. Hello, how are you? Моя любимая часть дня та, в которой я пью кофе. Никогда не хвалю себя просто так. Вот я молодец. Много-много белых листов. Даже с лапками можно многого добиться. Так же, как и в том блокнотике. И вот это есть. Будь счастлив здесь. Сейчас цени то, что есть. Видимо, а просто здесь это в другом месте записано, вставлены эти листы. Примерно содержание значит то же самое. На это я не сильно обратила внимание. Следующий блокнот позитивный – это... Семья, наверное, кошачья, залепили ценником. А ну и здесь все то же самое, что и в предыдущем блокноте. Воздушные шарики, запиши свои проблемы, отпусти их. Календарь пятниц, уже пятница, уже пятница, уже пятница. Так-так-так, человек может все сделать, разгрузочный день, не грузи себя. Настроение, как у Карлсона, хочется сладкого и пошалить. Белые листы, да, сделай самому себе 10 комплиментов. Это все то же самое, что и там-там-там. Классные блокнотики. В фикс-прайсе с каждым разом все лучше и интереснее появляются блокноты. Уже не знаешь, какие купить, потому что они все супер классные. Позитивный блокнот. Здесь такой классный ежик с воздушными шариками. Ежик и воздушные шары называется. Белые-белые листочки внутри идут. Обнимаешься на настроение. Hello, how are you? Сделай первый шаг, и ты поймешь, что все не так страшно. Сделай разгрузку. Так, ну, примерно, да, то же самое, что и в предыдущем. Скучно, реши судоку. Лис, Монализа. Так, так, так. Ну, все то же самое, только обложечка другая. Следующий вот такой классный тоже с кактусами позитивный блокнот. Называется «Влюбленные кактусы». Белые-белые листочки по содержанию. Лис тут идет уже в конце. Но все то же самое, просто в разных местах вставлены эти листы. Hello, how are you? Пью кофе. Ну вот, видите, примерно все то же самое. У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утра. 7:00. Еще не все колеса изобретены. Мир слишком удивительный, чтобы сидеть сложа руки. И т.д. и т.п. Обложки просто потрясающие, конечно. И еще один позитивный блокнот, тоже с котиком. Медитирующий котик, белые листочки. Ну, тут то же самое примерно. Главное помнить о том, что любые падения готовят нас к новым взлетам, обнимашечное настроение, пойди против системы, ну и все то же самое, что и в предыдущих блокнотах. Быстренько пролистываем, показываю я вам, и вот. Такие блокнотики. Вот, в принципе, это были все мои покупочки в магазине Fix Price. Их было немного, но я взяла только то, что мне понравилось. Я как бы больше никаких других новиночек не заметила. Покажу чек, я, правда, списала бонусы, поэтому тут будет немножко непонятно, но, тем не менее, пожалуйста, кому интересно. У меня многие спрашивают, зачем ты показываешь чек, но я показываю чек, потому что некоторые просят, чтобы я показала чек, и чтобы люди увидели цены. Ну, сейчас в данном ситуации непонятна цена, потому что бонусы списаны. Они с каждой покупки убирают какую-то сумму денег, когда бонус списывают. В общем, потратила я 1000 рублей. В общей сложности у меня было 1000, по-моему, 68 надо было заплатить. 68 рублей я списала и заплатила вот за это все добро 1000 рублей. Вот, все рассказала.
Так что не теряйте меня, видосики мои будут теперь выходить. Я надеюсь, все будет нормально. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Ну а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новый обзор, новые покупки, новые болталки. У меня много-много для вас интересного. А на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!